Сьогодні зустріч із викладачами і вихованцями Миколаївської дитячої художньої школи буде присвячена цікавій справі – створенню власними руками оберегів із тканини. Мотанки, вузликові ляльки, мають давню історію. Їх назва походить від дії – мотати. Найдавніші прототипи іграшок відомі з періоду пізнього палеоліту. Виготовлялися ляльки переважно з матеріалів, що зустрічалися в природі – дерево, трава, глина. Пізніше стали використовувати тканини. Мотанки обов'язково мали сакральний зміст, тобто виконували функцію оберегів. Їх пов'язували з весільними обрядами, використовували під час проведення сільгоспробіт. Вони були учасниками ритуальних дійств, що символізували продовження роду, захисту родини від будь-якого лиха. Весною на полі приносили куклу. И перед тем, как садить семена, куклу эту клали на землю и просили, чтобы она сделала землю плодородной. Женщины старались делать куклы-обереги для своих детей, для своего мужа, который уезжает, для того, чтобы дети не болели. Специальная кукла была, она делалась из льняной нити и с очень-очень длинной-длинной косой. Чем длиннее коса, тем дольше будет жизнь ребенка. И когда ребенок заболевал, эту куклу клали ему или в люлечку, или давали в руки поиграть, а потом забирали и сжигали. Считалось, что сжигают вместе с куклой и болезнь. Были куклы-хозяюшки. Эти куклы ставились в доме, еще их называли барынями, большухами. Они ставились, чтобы она охраняла хозяйство, чтобы не скисало молоко, чтобы подходил хлеб, чтобы варилась вкусная каша. Были куклы, которые приурочивались к каждому празднику, начиная с Нового года. Сначала была кукла Коляда. Куклу-коляду всегда делали с торбой большой, в которой колядники собирают продукты, деньги и все остальное. Поэтому всегда она была увешана массой мешочков, горшочков, сумочек. Следующий праздник – Маслина. Масленицу делали из палочек, из рогатинки такой. Одевали платьице, и масленицу, эту маленькую масленицу, не сжигали. Ее оставляли на следующий год, чтобы она работала. Ее прибивали к коньку дома или выставляли в окне. Через год ее сжигали. Считалось то, что она убирает все негативные какие-то эмоции. Все плохое, что было за этот год, было сожжено. У своїх витоках ляльку виготовляли зі звичайного домотканого полотна, що фарбували соком буряка, ромашки, бузини тощо. Голову та хустку мотанки наповнювали ганчір'ям, нитками, травою, крупою. 14 марта девочки начинали плести веснянок. Веснянок у нас много. Вот, это мальчик весняночку сделал. Весняночка вот такая могла быть. Она обязательно должна быть свежей. Она обязательно должна быть голубой и зеленой. Потом у нас шла самая-самая кукла на Пасху, которая красная кукла, она называлась. Обязательно на Пасху делали еще и маленькие гнездышки с яичками. В жизни куклы делали специально для того, чтобы женщина была уверена в том, что она родит ребенка. Для беременных. Для девушек делали куклы, которые помогали им выйти замуж. На летом была кукла-купавка, делали на Ивана Купала куклу, которую украшали. Это была кукла-однодневка, потому что ее пускали вместе с венком по реке. Если кукла сразу уплывала по течению, значит, больше в этом году девушка, увы, никуда не уйдет. Кукла улетела. Если она даже не отплывала от берега, значит, у нее все будет, в принципе, нормально. А вот если кукла отплывала и приплывала, вот тогда девушка была уверена, что она в этом году выйдет замуж. Осенние куклы – это к сбору урожая. Их всегда делали очень яркие, сочные, потому что осенние краски всегда очень звучные. Поэтому масса была интересных атрибутов у этих кукол. Также делали кукол вот таких вот маленьких. Эти куклы набивались очень пахнущими травами. В данном случае эта куколка набита лавандой, она очень вкусно пахнет. Эти куклы как бы ароматерапии была, их можно было взять, помять, понюхать, они очень хорошо пахли. Вот. Также были крупянички, то есть такая же куколка, только в серединку крупу засыпали, завязывали и ставили на печке, чтобы крупа не портилась, чтобы ее никакие куски не съели. Куклы, сделанные из тоже вот такого льняной нитки, они назывались «десятиручки». Привязывали вот таких вот ручек, привязывали 5 пар. Так получалось, 10-ручка кукла. Ее дарили мастерицам, чтобы у них никогда не болели ручки, чтобы у них всегда получалось все очень красиво. Также куколки делали из чурочек. Вплоть до того, что можно было взять даже пустой качан от кукурузы и одеть его. Одеть классно вот. Привязать ручки, кофточка, и поставить в огороде, чтобы хорошо капуста уродилась, чтобы огурцы и помідори теж були сладкі і вкусні. Особливість мотанки – обличчя без звичних для нас зображень очей, губ, носа. Лише хрест. Цьому наші пращури також знаходили пояснення. Почему делают этих кукол без лица? Потому что существует поверье, что кукла, сделанная подобие человека, сделанная, вбирает в себя душу. И так как душа может туда попасть, как хорошая, так и плохая, решили кукол оставить совсем без лица. И только на Украине куклам мотают крест. Крест – это знак солнца. На все 4 стороны солнце посылает свои лучи и обогревает всех защищает. Поэтому и кукла была с намотанным крестом, она всех освещала и всех оберегала. Куклы-невесты вот существовали, их делали для того, чтобы девушки могли выйти замуж. Мама перед тем, как отдавать своего ребенка, свою девочку замуж, обязательно делала и куклу-барыню, хозяюшку. Существовали еще куклы, особенно в Полтавской области, которые назывались куклы панские, барские куклы, потому что они делались только из белой ткани, выбитой и вышитой белыми нитками. Кукла существует не только у славян, такая мотанка-кукла, а по всему миру. Вот. Ну, ребята пошли немножко дальше и решили сделать куклу, например, в духе эпохи Возрождения. Более младшие детки делали куклы, связанные со сказками. Бабушка очень злая, это мачеха, которая, это водяная принцеса. Отже, з історією познайомилися. Пропонуємо створити ляльку. Для виготовлення знадобиться наступний матеріал. Клаптики щільної однотонної тканини для голови і тулуба, різнокольорові клаптики для одягу, нитки, ножиці, голка. Для того, чтобы куколки производить, нам нужна вот такая вот плотная ткань, чтобы сделать голову. Голова делается из скрученных несколько раз полотнищ. Вот сейчас я покажу вам так. И потом, ну это все аккуратно делается. И потом очень-очень плотно свивается. Для того, чтобы сделать туловище, можно взять чурочку, а можно просто вот так сложить ткань и перемотать нитками. Вот можно взять простые нитки и начать перематывать. Так вот, сакральные куклы нельзя было делать с помощью ножниц и иголки, их только мотали. Даже для того, чтобы сделать одежку, нужно было рвать руками тряпочки. И брали тряпочки только старые, только те, которые... в которых творилось какое-то добро, кто-то получал что-то хорошее от кого-то, что память об этих одежках оставалась надолго, поэтому их рвали на маленькие кусочки и вплетали в эти куклы, вматывали, скручивали, все, старались все делать без ножа. А уже куклы бытовые, уже можно было сшить одежку. Я хочу показать заготовочку, которая еще без рук. Перематывается крест на крест обязательно, потому что считалось, что сакральный этот крест, перевернутый косой крест, тоже ограждает и куклу, и ее хозяина от злых намерений. Вот. Также очень хорошо для волос мы используем вот такое вот сухое подкрашенное сено или льняные, или вот такие макей. То есть волосы можно интересно сделать, или просто из ниточек делали волосы, распускали. А теперь мы с помощницей, с Асей Иванивой, попробуем показать вам, как делаются эти куколки. У нас есть заготовка головы. Мы должны сделать ручки. Берем ткань и складываем ее вовнутрь. Вовнутрь, вот так, раз, раз. И потом еще раз, вот так, вот так. Вот так. Берем ниточки и обвязываем. Не сначала, а чуть-чуть отступив, чтобы была ручка. Когда мы подходим к середине, вот, вот сюда, вот к серединке, мы делаем очень мягкой этот, потому что когда мы будем привязывать это к туловищу, чтобы не было сзади горба. Сделали немножечко, перемотали так, и потом... Я предпочитаю закончить это, завязать вот таким образом. Так. И начать вторую руку тоже. Спасибо. Начать вторую ручку тоже с самого начала, с ладошки, чтобы красиво закончить. Вот получается вот такая заготовочка. Ручки и та часть, которую мы будем сзади привязывать к кукле. Когда мы делаем голову, у нас получаются вот такие вот интересные концы, которые мы должны натянуть очень-очень крепко, натянуть на туловище. И мотать мы будем, естественно, крест-накрест. И только теперь мы прикрепляем ручки. И мотать ручки тоже надо крестом. Вот у нас получилась заготовка. У нее немножко длинные руки, у нее немножечко неаккуратно сделан вид, но мы сейчас ее будем одевать. Идет в ход все: папин галстук, мамина юбка, бабушкина рубашка, все идет. Пуговицы можно как украшение пришить впереди. Вот. Сейчас мы должны сделать юбочку. Куколка, которая делается буквально за час. Главное подготовить материалы. Вот. Обязательно фартушек. Чтобы куклу оживить, можно ей подвешивать интересные какие-то глетички маленькие. Дайте ей в ручечку цветочек. Вот. Это будет у нас веснянка, потому что она синяя и голубая. Можем попробовать еще и одеть на голову что-нибудь, тоже вот сделано из такой ткани. Вот, типа платочка. Сейчас мы попробуем завязать его. Приходите к нам в школу и научитесь мотать таких кукол. Виявляється, що прадавній український оберіг не так вже й складно робити, головне – бажання. У наступних програмах ми розкажемо про особливості інших технік виготовлення ляльок. Буде цікаво!